И еще один россиянин, угрожая зажигалкой, похитил у минчан сумку с деньгами и документами. Теперь ему грозит уголовный срок. Инцидент произошел сегодня ночью. К двум мужчинам, которые находились в автомобиле, подошел прохожий и попросил сигарету. После этого он стал угрожать пассажиру и водителю предметом, похожим на пистолет. Впоследствии оказалось, что это была зажигалка. Мужчинам удалось сбежать и вызвать милицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники Первомайского РУВД выяснили, что из машины пропала барсетка. Мужчина скрылся с места происшествия. По горячим следам его удалось задержать сотрудникам отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь. У мужчины при себе находилась барсетка и предмет в виде зажигалки, очень напоминающий реальное огнестрельное оружие.